Приветствую всех. Не обращайте внимания на голос, просто я пробую новые способы создания контента. Сегодня будет совсем короткий выпуск. Попался мне недавно в Инстаграме интересный ролик. Много раз видел подобное своими глазами, но снять на камеру как-то не удавалось. Взгляните. Красиво, не правда ли? Самолет летит между двумя слоями облаков на закате. Но, как вы уже догадались, я вам это не для красоты показываю. Это будет задачей для начинающих плосковеров, по геометрии или по физике. Тут уж сами решайте, что вам ближе. А задача, собственно, в следующем. Объясните увиденное с точки зрения модели плоской Земли. Каким образом одновременно верхний слой облаков подсвечивается снизу, а нижний сверху? На шаре все это объясняется очень просто. А вот на плоскости с этим проблемы. И пока вразумительного объяснения от сторонников плоскости я не видел. Итак, что скажете, плосковеры?